Студенты Аграрного растопят даже льды Антарктиды. Состоялся ежегодный творческий фестиваль «Растопи лед». Участники и болельщики показали настоящий фурор на льду и на трибунах. Тематика фестиваля в этом году – знаменитые телешоу. По методу жеребьевки каждому факультету была присвоена своя тема для номера. К нашему творческому номеру мы пришли все сообща, экономический факультет подготовился, но мы каждый день приходили, тренировались. В итоге выбрали такой формат и смогли выступить. Ждем наград. Хочется получить награду «Лучший творческий номер» и просто повеселиться. В программе фестиваля студентов ожидал ряд испытаний. Первое – творческий номер, где ребята показали свои оригинальные представления. Второе – эстафеты. Все получили очень искренние, очень настоящие эмоции. Вот. Главное, на льду у нас это эмоции. Мы получаем кайф от этого и веселимся. Самое главное – это поддерживать друг друга, заниматься спортом. После прохождения всех испытаний жюри подвели итоги, где были выявлены самые быстрые участники и, конечно же, победители. Мне кажется, это мероприятие хорошее, завершение зимы. Мне очень нравится, я очень рада была сегодня смотреть на ребят, рада была быть в жюри. Постарались сегодня все, как в творческих номерах, так и в эстафетах. Лед растоплен, болельщики счастливы, участники получили долгожданные призы. А с вами работали Полина Бычихина, Амин Жилов, пресс-служба СТГАУ.